Крем для выпрямления волос выбираем и используем правильно. Гладкие, блестящие, струящиеся волосы – мечта многих. Чтобы ваша прическа стала идеально гладкой, совсем не обязательно идти в парикмахерскую. Сегодня мы рассмотрим один из самых эффективных продуктов – крем для выпрямления волос. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Как работает крем? Состав данного средства складывается из разнообразных веществ, способствующих разглаживанию. Продукт слегка утяжеляет шевелюру, не дает волоскам завиваться. Этот способ самый безопасный, безвредный для прически. Пряди не вытягиваются утюжком, на них не наносится химия. Шевелюра разглаживается за счет впитывания средства внутрь волоса. За счет этого прическа выпрямляется, становится блестящей, здоровой. Чтобы выбрать питательный крем для выпрямления волос для домашнего выпрямления, необходимо учитывать некоторые факторы. Крем должен оказывать ухаживающее питательное воздействие, разглаживать пряди и делать их идеально гладкими, не закупоривать поры на коже головы, не давая шевелюре чрезмерно жирниться, иметь защитные свойства, оберегать прическу от загрязнений, солнца и других негативных факторов, оказывать термозащитное действие, иметь нейтральный запах, потому что сильные отдушки могут вызывать головную боль, тошноту, аллергию, иметь легкую, невесомую текстуру, легко наносится и распределяется по волосам. Рекомендуем прочесть обзор шампуня с кератином для выпрямления волос. Правила применения: перед использованием внимательно изучите инструкцию по применению. Перечислим основные этапы и особенности нанесения разглаживающего крема для волос. В самом начале нужно подготовить волосы для нанесения разглаживающего средства. Для этого тщательно вымойте голову, лучше используйте глубоко очищающие шампуни. Затем нанесите бальзам или кондиционер, подержите 10-15 минут и тщательно промойте в голову. Слегка просушите локоны полотенцем или натуральным образом. Не используйте фен. Наносить средство следует на немного сырые пряди. Нанесите немного на ладонь. Главное, не переборщите, потому что иначе ваша шевелюра будет казаться засоленной, грязной. Основательно распределите состав по всей длине, не пропуская ни единого волоска. От эффективного нанесения зависит конечный результат. После полного впитывания смойте или сразу приступайте к следующему пункту, в зависимости от того, что сказано в инструкции. Необходимо высушить волосы. Можно использовать фен, но лучше дайте прядям просохнуть естественным образом. Данный вид разглаживания имеет некоторые противопоказания. Продукты малоэффективны на окрашенных волосах. Красящий пигмент проникает в волос, средство для выпрямления в такие локоны почти не впитывается, сводя эффект выпрямления к минимуму. Рекомендуем прочесть сыворотки для выпрямления и восстановления волос. Фото до и после. Лучшие в своем деле рассмотрим наиболее популярные кремы для выпрямления. В домашних условиях Уэлла High Hair Slick Wonder. Продукт выпускается специально для салонов красоты. Он ухаживает за прической, отлично выпрямляет непослушные локоны, питает их, делая гладкими, блестящими и здоровыми. Продукт от Уэлла можно применять вместе с утюжком. Совместное использование сделает укладку безупречной, а волосы более здоровыми. Резиновая накладка на флаконе, удобный дозатор сделают использование этого крема очень простым и эффективным. Как и вся профессиональная продукция Уэлла, High Hair Slick Wonder стоит дороже, чем аналоги, примерно 500 рублей. Joanna Stilling Effect. Данное средство привлекает всей ценой около 200 рублей. Отвечает всем требованиям, предъявляемым данному типу уходовых продуктов. Он имеет легкую невесомую текстуру, легко распределяется по прядям. Имеет хороший фактор UV-защиты. Сансил моментально разглаживающий. Этот крем имеет очень легкую консистенцию, не жирнит, не утяжеляет волосы. Средство действует мгновенно, можно использовать в любое удобное время на сухих и влажных прядях. Это самый бюджетный вариант, крем можно купить всего за 100 рублей. Плюсы и минусы. Подведем итоги, скажем о плюсах и минусах выпрямления волос с помощью кремов. Скажем о приятном, данный способ самый щадящий для вашей прически. Кремы не только выпрямляют, но и реально ухаживают за шевелюрой. Для их применения не нужно дополнительных средств и приборов. Кремовые выпрямители легко использовать. Эффект от использования виден сразу же, длится достаточно долго. Кремы защищают от вредных воздействий окружающей среды. Недостатком является лишь то, что в состав этих кремов входят масла, которые достаточно быстро делают волосы жирными.
Какие методы и средства помогут разгладить волосы надолго? Кератиновое выпрямление волос, технология биопротеинова. Выпрямление Холматокио, бразильское выпрямление волос, нанопластика волос, кератиновое выпрямление. Оздоровление волос продуктами Олин. Полезное видео, как выровнять локоны с помощью специальных средств. Полезные рецепты, как справиться с пушистыми волосами, сделать их идеально гладкими дома. Как работает крем? Состав данного средства складывается из разнообразных веществ, способствующих разглаживанию. Продукт слегка утяжеляет шевелюру, не дает волоскам завиваться. Этот способ самый безопасный, безвредный для прически. Пряди не вытягиваются утюжком, на них не наносится химия. Шевелюра разглаживается за счет впитывания средства внутрь волоса. За счет этого прическа выпрямляется, становится блестящей, здоровой. Чтобы выбрать питательный крем для выпрямления волос для домашнего выпрямления, необходимо учитывать некоторые факторы. Крем должен оказывать ухаживающее питательное воздействие, разглаживать пряди и делать их идеально гладкими, не закупоривать. Поры на коже головы, не давая шевелюре чрезмерно жирниться, иметь защитные свойства, оберегать прическу от загрязнений, солнца и других негативных факторов, оказывать термозащитное действие, иметь нейтральный запах, потому что сильные отдушки могут вызывать головную боль, тошноту, аллергию, иметь легкую, невесомую текстуру, легко наносится и распределяется по волосам. Рекомендуем прочесть обзор шампуня с кератином для выпрямления волос. Правила применения перед использованием. Внимательно изучите инструкцию по применению. Перечислим основные этапы и особенности нанесения разглаживающего крема для волос. В самом начале нужно подготовить волосы для нанесения разглаживающего средства. Для этого тщательно вымойте голову, лучше используйте глубоко очищающие шампуни. Затем нанесите бальзам или кондиционер, подержите 10-15 минут и тщательно промойте в голову. Слегка просушите локоны полотенцем или натуральным образом. Не используйте фен. Наносить средство следует на немного сырые пряди. Нанесите немного на ладонь. Главное, не переборщите, потому что иначе ваша шевелюра будет казаться засоленной, грязной. Основательно распределите состав по всей длине, не пропуская ни единого волоска. От эффективного нанесения зависит конечный результат. После полного впитывания смойте или сразу приступайте к следующему пункту, в зависимости от того, что сказано в инструкции. Необходимо высушить волосы. Можно использовать фен, но лучше дайте прядям просохнуть естественным образом. Данный вид разглаживания имеет некоторые противопоказания. Продукты малоэффективны на окрашенных волосах. Красящий пигмент проникает в волос, средство для выпрямления в такие локоны почти не впитывается, сводя эффект выпрямления к минимуму. Рекомендуем прочесть сыворотки для выпрямления и восстановления волос. Лучшие в своем деле. Рассмотрим наиболее популярные кремы для выпрямления в домашних условиях. Уэлла High Hair Slick Wonder. Продукт выпускается специально для салонов красоты. Он ухаживает за прической, отлично выпрямляет непослушные локоны, питает их, делая гладкими, блестящими и здоровыми. Продукт от Уэлла можно применять вместе с утюжком. Совместное использование сделает укладку безупречной, а волосы – более здоровыми. Резиновая накладка на флаконе, удобный дозатор сделают использование этого крема очень простым и эффективным. Как и вся профессиональная продукция Уэлла, High Hair Slick Wonder стоит дороже, чем аналоги, примерно 500 рублей. Joanna Stilling Effect. Данное средство привлекает всей ценой около 200 рублей. Отвечает всем требованиям, предъявляемым данному типу уходовых продуктов. Он имеет легкую невесомую текстуру, легко распределяется по прядям. Имеет хороший фактор UV-защиты. Сансил моментально разглаживающий. Этот крем имеет очень легкую консистенцию, не жирнит, не утяжеляет волосы. Средство действует мгновенно, можно использовать в любое удобное время на сухих и влажных прядях. Это самый бюджетный вариант. Крем можно купить всего за 100 рублей. Плюсы и минусы. Подведем итоги, скажем о плюсах и минусах выпрямления волос с помощью кремов. Скажем о приятном, данный способ самый щадящий для вашей прически. Кремы не только выпрямляют, но и реально ухаживают за шевелюрой. Для их применения не нужно дополнительных средств и приборов. Кремовые выпрямители легко использовать. Эффект от использования виден сразу же, длится достаточно долго. Кремы защищают от вредных воздействий окружающей среды.
Недостатком является лишь то, что в состав этих кремов входят масла, которые достаточно быстро делают волосы жирными. Какие методы и средства помогут разгладить волосы надолго? Кератиновое выпрямление волос, технология биопротеинова. Выпрямление Холматокио, бразильское выпрямление волос, нанопластика волос, кератиновое выпрямление. Оздоровление волос продуктами Алин, полезное видео. Как выровнять локоны с помощью специальных средств. Полезные рецепты, как справиться с пушистыми волосами, сделать их идеально гладкими дома.